В России создаются условия для доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. Для этого определяются специальные правила на финансовом рынке. Работают антикризисные программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти вопросы начальник Волговятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Лариса Павлова обсудила на встрече с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Малому и среднему бизнесу Чувашии помогут антикризисные проекты льготного кредитования, оборотное кредитование и система стимулирования, проводимая совместно с корпорацией МСП. Для предпринимателей предусмотрены специальные ставки, а в случае проблем бизнес может оформить кредитные каникулы. На сайте Банка России сформировал раздел на сайте ЦБРУ, где есть рубрикатор прямо по вопросам, касающиеся программ, касающиеся валютной составляющей, валютной операции, трансграничные переводы. То есть там сформулированы вопросы, часто поступающие ответы. И наша задача сделать так, чтобы максимально малый и средний бизнес, граждане получили эту информацию. Одно из важных направлений – повышение финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса. С этой целью 15 апреля в Чебоксарах пройдет окружной форум «Повышение финансовой грамотности в ПФО. Тренды, задачи, перспективы», на котором в том числе рассмотрят вопросы, касающиеся МСП. Форум позволит обменяться наработками и получить комментарии экспертов. Это направление, несомненно, надо продолжить, особенно вот как раз вот в такие насыщенные событиями периоды, когда изменения идут ежедневно, ежечасно, можно сказать. Да, очень важно, конечно же, эти изменения систематизировать.